Да. Жребий. Вот ничья, как есть ничья. Да? Но кто-то должен быть первым, а кто-то вторым. Ну вот я говорил, что в наши времена была более справедливая борьба. Итак, Бесик Кудухов идет к арбитрам. Мешок, в мешке две матрешки. Одну он извлекает из нее, судья достает синий шарик. Право захвату Василия Федоришина. И знаете, почему вот сейчас взрывается зал? Грамотный зал, понимаешь, что все в руках уже теперь у Василия. Абсолютно все, я бы сказал. Абсолютно все. Так, руки нужно поднять выше. Вот вы знаете, здесь как комментатору мне нечего добавить. Вы все сами видите, вы все сами слышите. И, конечно, такой развязки я не ожидал.